Эх, как же я люблю целых 3 месяца сидеть, как последняя мразь и ни хрена не делать. Вы даже себе не представляете. Сам не понимаю, как я прокакал все лето и вообще, кто я после этого такой. Однако, не возмущайтесь, я тут скорее не для того, чтобы создавать тупые отмазы, а для того, чтобы задавать тупые вопросы. Например, скажите мне, в какие игры вы играли в детстве? Некоторые из них у вас возникают как вполне неплохие игры. К примеру, как легендарнейшие сексапильные игры по типу Dead Space и Mortal Kombat 9, которая полюбилась, конечно же, за интереснейший сюжет. Сейчас я так наблюдаю, как все феминистки планеты негодуют из-за откровенных костюмов 9 Марты. Впрочем, я и без этих дам очень восхищаюсь этими произведениями искусства вместе со Сталкером и Ассасином. Поэтому, поверьте, вы не представляете, сколько в этих играх просидела моя, не побоюсь этого слова, жопа. Впрочем, даже несмотря на это, я в детстве успевал поиграть более посредственный и не настолько однозначный проект, сделанный для любителей исключительно этой вселенной. А именно игры под вселенной Трансформеров. Вообще эти игры были созданы исключительно как игры по фильмам и сериалам. А как мы знаем, такие проекты долго не живут. Поэтому аж в 2017 году все эти игры убрали со Стима и других источников, погрузив их в вечный офлайн, послав эти игры заниматься любовью с КамАЗом. Гении, программисты, бизнесмены, фанаты игры не оценили буллинг разработчиков и уже в 2022 году возродили мультиплеер, за что им всем огромное гетеросексуальное спасибо. В принципе, онлайн в Трансформерах стал неким таким объектом, где я могу поиграть в удовольствие, нагибая других игроков, а не чтоб нагибали меня. Так как мои коллеги по цеху Nemesis и Fate2Go умеют играть довольно-таки знаменитую игру Counter-Strike Global Offensive, в отличие от меня. Ну а когда они зовут меня поиграть с ними, я как последнее опущение заряжаюсь энергией и иду играть. Тебе летит мой шок, у меня капает на счет, у тебя капает за счет. Мы мини-мини-маньон, узнают меня везло. Знаю, хочешь быть со мной рядом, но тебе это мы и далеко. Я королева джунглей в розовой шубе, девочка-бомба. Я прихожу с тыкушки, говорю сучке, эй, мамочка дома. Иди, у меня в голове цифры в капе, свежий выжатый цитрус. Бича, сделаю чисто мой стилист, стилист твоего стилиста. Эй, Дора, готова? Стой, стой, второй раз прошиваю. Удаляешь тикток, ты удаляешь тикток. Очень неприятно, что твой мальчик со мной рядом. Не расстраивайся, зайка, я верну его обратно. Ты чё, ебанутый? Ну вы все сами поняли, поэтому сейчас отправляемся в Трансформеров и посмотрим, как у меня обстоят дела вон там. Барби из трущоб, выстрел в тебе летит мой шот. У меня капает на счет, у тебя капает со щек. Узнают меня в лицо. Знаю, хочешь быть со мной рядом, но тебе до мэйби далеко. Я королева джунглей в розовой шубе, девочка-бомба, хола. Я прихожу с трипушней, говорю сучке, эй, мамочка дома. Изи, у меня в голове цифры в капе, свежий выжатый цитрус. Бича, сделаю чисто мой стилист, стилист твоего стилиста. Эй, Дора, готова? Да. В моих глазах доллар. Культовый Игги-попа, плюс у меня как у Игги-попа. Знаю, очень неприятно, что твой мальчик со мной рядом. Не расстраивайся, зайка, я верну его обратно. Лезет твой карман, Барби сайз гёрл, и я больше не твоя. Барби сайз гёрл, ты поверишь в мой обман.
это то, что мне подходит. Вообще, с этой вселенной я познакомился достаточно спонтанно. Сидел когда у друга, и он поставил в своем DVD-шнике 2009 года офигеннейшую первую часть трансформеров от господина Бэя. Следовательно, я начал искать игры по этой вселенной, и почти все они были, мягко говоря, обосранными. Ровно до того времени, пока не настал 2010 и 2012 год, когда появились диалоги от Хаймун, битва за Кибертрон и падение Кибертрона. Однако мы сегодня поговорим аж о четырех играх этой вселенной. В принципе, эти четыре игры единственные, где есть хоть какой-то онлайн, ибо в других частях франшизы намека на онлайн вообще нету. Это не самое страшное. Только в двух из этих четырех игр и больше ни в какой другой игры трансформеров есть русский дубляж. И тут я задаюсь простым вопросом. А какого фига я не учил английский язык? Но не суть. Так что встречайте, Трансформеры Месть Падших, игра, созданная по фильму, Трансформеры Битва за Кибертрон, Трансформеры Падение Кибертрона и Трансформеры Rise of Dark Spark. Ох, с чего бы начать? Начну с самого забавного, озвучка. Скажу сразу, ибо я человек, которому очень лень это все дерьмо объяснять. Озвучка русская в игре по второму фильму лучше б, сука, не делалась. Ибо сюжет и сценарий к этой игре придумал Стас, просидевший 5 минут на толчке, рассматривая настолько сексуальные фотки Давида, что я пока писал это имя, мой писюн уже успел отвалиться и долететь до Кибертрона. К слову, на озвучку игры Revenge of the Fallen пригласили таких людей, как Андрей Ярославцев. Он же озвучивает Оптимуса Прайма в фильмах и в битве за Кибертрон. Мегатрона озвучивает тот же актер, что и в фильме. Кибертрон. Ты спасен. Этот человек озвучивает неубиваемого лысиша Джейсон Срать запрещаю Стэтхэм. Самое интересное, что оказывается Старскрима в этой игре озвучивает тот, кто будет озвучивать в 2010 году Мегатрона. Мы получим великую Искру, планета будет разгромлена, а мы станем хозяевами вселенной. Скоро ты поймешь, Старскрим, что это я решаю, что возможно, а что нет. И запущенного стал лидером, чтобы всем десам разминать их железные булки. И даже самого Всеволода Кузнецова пригласили. Айронхайд, урон, который мы терпим в бою, слишком велик. Лютик. И вот, из-за слабого сюжета, тебе этот русский дубляж вовсе не нужен. Потому что я бы скорее сдох, чем принял этот сюжет за нормальный. Лучше бы сделали озвучку для падения. Насчет геймплея, тут уже дела получше. Вот допустим, боты это орда стасов, которые хотят сожрать вашу жопу. И вы можете самым изощренным способом взять и эту всю ораву поубивать. Так что с боевкой и геймплеем тут все нормально. Фанаты Дума должны это оценить. А про онлайн? А что про онлайн? Я как последнее опущение, пожалуй, вам не скажу, потому что мне просто лень. Пидорас! Пидорасина! А мне плевать. Настало время поговорить о самой наипрекраснейшей игре франшизы. От столько же наипрекраснейших Хаймун Студиос. Трансформеры War for Cybertron. Если вкратце, события игры происходят на железной планете, населяющих ее уже упомянутыми железными додиками. В каждой главе битвы за Кибертрон вам будут давать три персонажа на выбор. А именно, одного главнокомандующего и два его солдат. И только вам решать, кем быть, одним из двух клоунов или великолепным мужчиной с огромной манией величия закибербулить всех, кто станет у него на пути. Вся же игра разделена на 10 глав. Антагонисты и протагонисты. Притом самое тупое, что сделали разрабы, так это, что мы можем сами выбрать, за кого начать играть. Если вы начнете кампанию за автоботов, то половину сюжета вы пошлете в пешее эротическое. И это будет выглядеть как-то так. А потом пойдете проходить десептиконов и будете разрушать, что восстанавливали прошлых часиков 5. Однако, дорога настоящих героев всегда длиннее. Так что берем в охапку друга, а лучше двух, устанавливаем онлайн, по прошлому гайду и проходить этот шедевр. Ах, да, совсем забыл. В этой игре меня озвучка приятно удивила. В особенности у такого мужчины, как Барри Кейда. Да, Барри Кейда. А русской версии его озвучивает чувак, который озвучивал в русском дубляже Мактавиша. Повелитель, ты уверен, что оно здесь? Двигатели отключились, мощность щитов 15%. Райс, не сейчас, Сури, не думай ни о чем. Друг, не бросай нас! Прайс! Ты должен знать! Макаров знает Юрия!
Ну а английская версия... And we're fresh out of Star Cruisers to tunnel our way. It's not the end. I will find a way to restore you. Anything is possible. Ханзо and I are living proof. Твою мать! Голос холодильника из Mortal Kombat. Это был приятный сюрприз для меня, как фаната, который наяривает вместо тянок на Mortal Kombat. Ну а также я не могу отметить Петра Гланца. Сета же сказал, что он сам к нам придет. Он летит прямо на нас! Держите курс! Мы все умрем! Разворачивайтесь и... Куда он делся? Он пропал! Кто этот парень? Думаешь, он знает о ключе Омеги? Так, а что там с другими режимами? Эскалация? Мультиплеер? Эскалация! Режим, где ты должен отбиваться от вомботов, покупая разные примочки, чтобы себя чувствовать настоящим папочкой. Ну а мультиплеер? Это стандартные бои между игроками. В принципе, объяснять не нужно. А далее у нас идет сиквел битвы за Кибертрон, а именно падение Кибертрона. Эта игра, так скажем, исправила все его косяки. Хотя в падении пришлось пожертвовать кооперативом. Ибо в каждой главе появился один персонаж, за которого можно играть. Из-за этого сюжет стал более масштабным. Тут вам и слэшер, и просто игра за настоящую машину для убийств. А в конце выбрать можно концовку. Это никак непосредственный сиквел. Он превзошел оригинал, исправив все его косяки. Хотя модеры смогли сделать кооператив для падения Кибертрона. Правда, с этим кооперативом ломаются скрипты. Ну и вы будете все одним персонажем. Мультиплеер стал бомбическим. Постоянно какие-то ивенты с призами. При этом тут играют большинство людей. Из-за этого складывается чувство, что ты не один в этой игре. Так как тут даже иногда найти карту проще, чем в других многопользовательских играх. Что насчет кастомизации? Ты можешь с нуля создать собственного трансформера. Это, короче, вам не гейшит инфаркт. Но у всего есть подводные камни. В этой игре это эскалация. Много о ней говорить не буду. В падении Кибертрона она просто попущена. 4 персонажа на выбор. У всех было такое, что когда вы в детстве играете в какую-то игру и не можете пройти определенный уровень. А в более сознательном возрасте это уже не кажется настолько сложно. Так вот, в битве за Кибертрон на 8 главе есть гениальный уровень, который я назвал «Оборона Омеги Суприма». В этой миссии вы должны отбиваться от волн ботов и следить за здоровьем Рэтчета. И эта хрень продолжается целых, сука, 10 минут. Зато пуляют паланкины, как будто у них есть доступ ко всему военному арсеналу США. Тоже сейчас я просто возьму секс-машину Оптимуса Прайма и хоть левой ногой, одновременно успевая срать, пройду этот уровень. Думаю, пока вы слушали, у вас возник вопрос. Как же сделать так, чтобы сохранение битвы за Кибертрон и падение Кибертрона не слетали? Ибо когда вы заходите в одну из этих игр, она посылает вас нахуй. Исправляется достаточно просто. Только на диске C найти папку My Games, скопировать файлы одной игры и поместить в какую-нибудь папку. Ну, в принципе, каждый раз менять их — единственный способ. А теперь о темной искре. Сюжет темной искры — говно собачье, и это глупо отрицать. Отвратительные катсцены, множество сюжетных дыр по отношению к диалоге от Хайму. Да, кстати, темную искру разрабатывали Edge of Reality. Зато в этой игре, не потружусь сказать, лучшая эскалация среди всех трех игр. Тут и расширенный выбор персонажей. Можно настраивать персонажа как вам угодно. Хоть жопу приделать к ним. За эскалацию, словом, респект. А за сюжет... Ну а я буду заканчивать свою исповедь. О таких играх, как Трансформер. Я снизу оставлю ссылки на группы. Там вам помогут установить онлайн. А я пойду отдохну, ибо этот ролик я делал 3 гребаных дня.